Задержание с применением оружия в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции и Орджоникидзевским райотделом в Запорожье был задержан 38-летний гражданин, известный в криминальном мире под кличкой «Штанга». В ночь с 23 на 24 сентября в Запорожье на стоянке возле отеля «Венеция» на набережной магистрали был убит 28-летний житель областного центра. Той же ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержан бывший активный участник так называемой «банды лысых», известный в криминальных кругах под прозвищем «Штанга». В ходе проведения операции оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники вынуждены были, согласно закону Украины о милиции, применить огнестрельное оружие. Преступник был ранен и доставлен в Орджоникидзевский райотдел. При осмотре у задержанного был изъят пистолет калибра 9 мм. В багажнике его автомобиля нашли карабин «Сайга» МК с двумя автоматными магазинами, снаряженными 60 патронами и еще полсотни аналогичных патронов, а также бронежилет. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.